Всем привет! Сегодня у нас посылки из Китая с торговой площадки AliExpress. Здесь я знаю, что здесь, наверное, будет по-русски правильно. Триммер для ушей и носа. Как-то так. Шел он очень долго, около 50-55 дней, где-то так. Вот продавец упаковал его тут. Тут даже не мясо, тут ничего нет, такой мягкушечек. Вот так вот, надеюсь, триммер рабочий. Сейчас его быстренько вскроем, потому что опять батарея садится. Так, сейчас быстренько. Покупал я его на быстрых сделках, тоже быстрые сделки у нас. Так, наверное, нету, да, батареек, и у меня тоже нет. Но я вам в комментариях, в общем, напишу, блять, работает ли он. Так вот, мизинчиковую батареечку вот сюда вставляется, но что-то уже щелкнуло не так. Вот так вот он красивенько выглядит. В комментариях я вам, в общем, укажу, работает ли он, нет. Тут вот насадки разные для для носа. Так, это у нас чистить сами лезвием. Так, давайте перейдем быстренько ко второй посылочке. Так, здесь, честно, не знаю, что здесь. И что-то полезное. О, это для кулинарии. Это, в общем, в тесто вот так. Хоп, ставите. И делаете всякие фигурки и выпекаете, и получается у вас печенье. Вот, в общем, ссылочку оставлю. Дошли целости и сохранности. За что, конечно, продавцу большой респект. Может быть, я сейчас даже найду мизинчиковые батарейки. Я вспомнил, что у меня есть в пульте дистанционного управления. Организуем, наверное, так, да? И как? Вот, работает. Вот тут, в общем, вот подсветочка есть, все. В принципе, все на высоте. Мне нравится, так что ссылочку оставлю. Так, ну и все, наверное. Подписываемся на канал, ставим лайки и всем до новых встреч.